Приветствую, дорогие друзья, с вами Аркадий Остроконь, и сегодня я записываю этот очень короткий, экстренный, маленький видеовыпуск, чтобы пояснить сложившуюся ситуацию в рамках нашего замечательного, самого лучшего в интернете проекта Best for Invest. Сейчас, на данный момент, у нас 25 минут 12 ночи, это по киевскому времени, соответственно, уже полвторого по московскому почти. И ввиду, в свете последних событий в Бесте, я хочу пояснить. Пояснять я буду просто прочитаю то, что я уже писал в чатах. Просто, скажем так, и вам будет проще воспринимать, и мне, дабы это... эту писанину каждый раз не копировать и вставлять. Итак, вот то мое самое видеообращение, которое, ой, текстовое обращение, которое я писал в скайпе. Дорогие друзья, при обновлении серверов наш замечательный бестик, на наш замечательный бестик была направлена мощная DOS-атака. И скорее всего это был не самый сильный удар для беста. Уже многих создателей лохотронов Best оставил за бортом в интернет-заработках. Мы должны это понимать, так как такого позитива, простоты и мощи одновременно сейчас нет ни в одном интернет-проекте. Нас уже более 50 тысяч партнеров по всему миру. Цифры говорят сами за себя. То, что обновленный кэш в наших браузерах закрывал нам доступ к Best постепенно, заметили многие. К примеру, у меня сайт не работал еще с часу дня, а в Таиланде Best потух примерно 4 часа назад. Я говорю 4, здесь написано 3,5, потому как это сообщение я писал примерно полчаса назад. А так как была такая большая разбежность во времени того, что тух Бестик, это значит только одно. Если Best хотели бы закрыть создатели, его бы закрыли в одну секунду для всех. Это сильный факт, который дает понять, что наш бестик настойчиво ломали на протяжении всего дня. Поэтому прошу вас, храните в ваших умах только светлые мысли. Мы, как говорится, еще только начинаем свое бестшествие. В конце концов, буквально позавчера в службе поддержки беста появились не только русскоязычные консультанты, но и консультанты, говорящие на других языках. Италия, Испания и так далее. Это также говорит о плодотворной работе создателей нашего суперпроекта и о больших планах на будущее. Информация, которая пришла всем нам буквально полчаса назад, является самой адекватной из всего, что под шумом нерабочего беста повылазило в интернете. То, что мы слышали до этого и пытались подделать сайты Best и обращения от лиц службы поддержки, это были лишь голые фразы, не подкрепленные логикой. Пройдите все в свою почту, в том числе посмотрите и в папке спам, и вы увидите подобное письмо у себя. На почтовых серверах Mail.ru и Яндекса не исключается факт, что до вас письма могут в принципе не доходить. Поэтому я всегда рекомендовал пользоваться только Гуглом. Ну и имейте в виду, что у нас 50 тысяч, возможно, это все за одну рассылку не получится сделать у поддержки. Почему эту информацию я считаю правдивой? Потому что сайт Беста поломать можно, любой сайт поломать можно. А вот верифицированный счет в Перфекте, к которому подключен Робософт, который отвечает за автоматическое распределение средств, это практически нереально. Вы также должны это понимать. Правдивое в том числе и потому, что в том письме указаны правильные кошельки, на которые мы делали депозиты, и было сказано, чтобы мы были предельно внимательны в новом сайте, чтобы не попали на фишинговые мошеннические сайты, в которых вас просили бы делать депозиты на какие-то левые кошельки. Это тоже очень важно, поэтому это доказывает, что это было написано именно от лица службы поддержки, и их имейлы никто не поломал. Именно эти факты дают нам право понимать, что сайт Беста действительно поломали злопыхатели. Но служба поддержки изрядно постаралась исправить всю сложившуюся ситуацию максимально быстро и профессионально. Детали перехода на новый домен у каждого в письме на почте, с которой вы регистрировались в Бесте.
Поэтому давайте на сегодня закончим эти все дебаты и пойдем спокойно отдыхать. А завтра начнем работу по оповещению своих партнеров о плавном переходе на новый домен. Давайте сделаем это спокойно и грамотно. И наш бестик будет кормить нас еще долго. Все будет best, дорогие друзья. И это только начало. С вами был Аркадий Остроконь. Желаю вам всего самого доброго, светлого и прекрасного. До свидания.